Сегодня у меня необычный комплект. Свой хороший, новый точнее, спиннинг Nano Zero Carbon я оставил. Но решил не оставлять, не обделять, точнее, вниманием старый спиннинг Fario Anti-Murm. Мой предыдущий спиннинг, проверенный, надежный. Поставил я на него вот такую совсем простенькую катушку с довольно нормальной трещоткой, чтобы она отрабатывала. Вот она довольно неплохо здесь работает. И поставил леску. Леска 008. Была поклевочка. Прямо отдай руку, но не подсеклась почему-то. Где-то здесь кушок стоит. Тут. Клюнул разочек и оставил пока эту затею. Но мы продолжаем. В принципе, интересные ощущения. Конечно, отвыкл я от лески. Ощущения другие. Понятное дело, что немножко запоздало все поклевки. Ощущается из-за растяжимости лески. Но, тем не менее, в принципе, ощущаются. И если основной спиннинг вдруг забрали дети, почему бы не половить с неосновным вариантом? Сегодня цель все-таки у меня не рыбная ловля, а именно проверить, насколько вообще возможно ловить вот таким вариантом, дешевым, потому что катушка самая простая, мне кажется, проще не бывает, с люфтами, но тем не менее. В принципе, и с ней можно ловить. Было бы желание. А вот и первый борисовский окушок. Оп, уплыл дружок. Ловлю я сегодня вот на такой необычного цвета whitebait, который создает очень хороший умелец быков. Приманки быковские. Вот такой вот whitebait. Одноухая мормышка. И как сейчас показала наше видео, окушки вполне отзываются на нее. Так что, в принципе, этот комплект имеет место быть. А почему нет? Леск, да, может быть, чувствительность ниже, чем у шнура. Так, в принципе, оно и есть. Ой, зацепчик. Но, с другой стороны, зато дешевле. Зато дешевый комплект по нынешним временам. А быковская приманка whitebait, в принципе, вот уже сразу же, буквально там второй-третий заброс в эту точку, показал, что в принципе рабочая вполне.
то, что ты будешь делать. Сплошные зацепы. Очень здесь такое дно грязное. Опа, только что была прямо под ногами. Клюнула и бросила. А была рыба. Вот так вот. Совсем мелкая. Совсем крупный зацеп. Главное настроить эту катушку, чтобы она тонко настраивалась, трещоточка, чтобы работала под наш размер. И тогда, в принципе, все будет хорошо, даже палки ловится. Что там тащится-то? То ли оно по зацепам идет, то ли по палкам. Палка все-таки. Вот, друзья, завершился мой экспресс-выход на Борисовские пруды. Цель в этот раз была не поимка рыбы, а тестирование бюджетного комплекта для мормышинга. Отложила свой новый спиннинг и взял проверенный уже несколько сезонами Fario Anti-Morm S. И самую простенькую, дешевую катушку установили MiFine. На нее намотал леску толщиной 0,08 от Дунаева. И, в принципе, как бы этот комплект отработал. Рыбку вы видели. Буду его тестировать и дальше. Я думаю, что он, в принципе, не так плох. Тем более по соотношению цена-качество. Видео, если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, не лайки. Пишите, подписывайтесь на наш канал и всем удачи на рыбалках. Пока-пока.